Не смогут отправиться даже в короткое путешествие водители сразу трех автомобилей в Иркутске. Все дело в том, что их железные кони сгорели сегодня ночью в микрорайоне Университетский. По информации очевидцев, пожар начался около 3 часов ночи. Первым загорелся автомобиль марки «Инфинити». Затем пламя перекинулось на стоящие рядом автомобили. Даже судя по этим кадрам, можно сделать вывод о том, что все три транспортных средства восстановлению не подлежат. Сейчас дознаватели проводят проверку по данному факту. Предварительная. И тем не менее, основная версия пожара на данный момент – это поджог.